Публий Виденезон. Метаморфозы. Перевод с древнегреческого Сергея Ошерова. Читает Петр Филин. Книга 15. Но возникает вопрос. Кто б мог столь великого груза бремя нести и такого царя унаследовать скипетр? Первый в решениях тогда, глаз общий народа, назначил славного Нуму. Ему недостаточно было, однако, ведать Сабинов устав. Он широкой душою иного жаждал. Начал искать о природе вещей наставлений. Новой заботой влеком родные он Курии бросил. В город направился тот, Геркулеса когда-то принявший. И на вопрос его, кто был греческих стен становитель на италийских брегах, ответил один из старейших жителей тамошних мест, старинные помнившие годы. Есть предание, что сын богатый Юпитера с моря на иберийских конях к берегам Лакинии прибыл счастливо. Стали бродить по мягким стада луговинам. Сам же в дом он вошел к Кротону, под гостеприимный кров, и по долгим трудам вкушал там заслуженный отдых. А уходя предсказал, со временем будет построен город внуками здесь. И были верны предсказания. Некогда в Аргосе жил рожденный Алемоном некто Мискел, в те времена олимпийцем любезнейший смертный. Раз наклонившись над ним, отягченным тяжелой дремотой, палиценосец сказал: «Оставь-ка родные пределы, к дальнему Эзеру путь держи, к каменистому устью. Если ж не внимает приказ, угрожал ему многим и страшным, и одновременно прочие видения и сон отлетели. Лимонит поднялся и с притихшей душой вспоминает сон, и борются в нем два разные долга решения. Бог велит уходить, а законы уйти запрещают. Смертную казнью казнят пожелавшего родины новой. Светлое солнце главу лучезарную спрятало в море. Ночь же главу подняла, венчанную звезд изобилием. Бог появляется вновь и свои повторяет веления. Если ж не внимет приказ, грозит ему большим и худшим. Мискела страх обуял, и решил он родимых пенатов к новым местам перенесть. Возник тут в городе ропот, и обвиняли его в нарушении закона. Дознание кончили судьи. Вина без свидетелей всем очевидна. К вышним тогда обратил и уставил ладони несчастный. «О, по велению небес, 12 трудов совершивший, ныне молю, помоги, ведь ты преступление виновник». Древний обычай там был, по камешкам белым и черным, брошенным в урну, решать, казнить или миловать должно. Вынесли и на сей раз решение печальное. Черный камешек всеми подряд опускается в грозную урну. Но для подсчета камней лишь ее прокинули, видит, всех до единого цвет из черного сделался белым. Белых наличие камней оправдательных — дар Геркулеса, а Лимонида спасло. Он отца Амфитрионида благодарит и плывет Ионийским морем с попутным ветром. Уже Тарент минует он Лакедемонский, уж Сибарит в стороне остается, Нерет Салентинский, также Турнийский залив, и Темеса, и Япига,
Нивы. Все эти земли пройдя, берегов не теряя из виду, Мискил нашел, наконец, вещанием указанный Эзер. Неподалеку был холм. Святые кротоновые кости там покрывала земля. Он в этой земле по велению стены возвел и нарек кротоновым именем город. Верным преданием так утверждается место, где новый город греками был в италийских основан пределах. Был здесь и Самоса муж. Однако он Самос покинул, с ним и самосских владык. Ненавидя душой тиранию, сам он изгнание избрал. Постигал он высокую мыслью в далях эфира богов. Все то, что природа людскому взору узреть не дает, увидел он внутренним взором. То же, что духом своим постигал он с бдительным тщанием, все на потребу другим отдавал. И толпы безмолвных, дивным внимавшим словам, великого мира началом, первопричинам вещей, пониманию природы учил он. Что есть Бог? И откуда снега? Отчего происходит молнии? Бог ли гремит, или ветры в разъявшихся тучах? Землю трясет от чего? Что движет созвездие ночи? Все, чем таинственен мир. Он первым считал преступлением пищу животную. Так уста он, ученый, первый для убеждений таких разверз, хоть им и не вняли. Полноте, люди, сквернить несказанными яствами тело. Есть на свете и хлеб, и плоды, под которыми гнутся ветви древесные. Есть и на лозах налитые грозди, сладкие травы у вас, другие, что могут смягчиться и понежнеть на огне. У нас ведь никто не отымет ни молока, ни медов, отдающих цветами тимьяна. При изобилии богатств земля предлагает вам в пищу кроткую. Всем доставляет пиры без буйства и крови. Звери, те снедью мясной утоляют свой голод, однако звери не все. И кони, и скотина травою лишь живы. Те же зверей, у кого необузданы нравы свирепы, тигры, армянские львы с их злобой горячей, медведи, волки лютые, тех кровавая радует пища. Гнусность какая, ей-ей, утробу прятать утробу. Алчным телом жиреть, поедая такое же тело. Одушевленному жить умерщвлением одушевленных. Значит, меж стольких богатств, что матерью лучшей, землею порождены, ты лишь рад одному? Плоть зубом жестоким рвать на куски и терзать, возрождая повадки циклопов. Значит, других не губя, пожалуй, ты даже не мог бы голод умиротворить неумеренно жадного чрева. Древний, однако же, век, золотым называемый нами, только плодами дерев да травой, землей воспоенной, был удовольствован. Уст не сквернил он животную кровью. Птицы тогда, не боясь, безопасно летали под небом, и по просторам полей бродил неопасливо заяц. За кровожадность свою на крюке не висела и рыба. Не было вовсе засад, никто не боялся обмана. Все было мирно тогда. Потом, меж смертными первый, кто безразлично от той отвратился еды и впервые в жадное брюхо свое погружа стал яства мясные. Он преступлению путь указал. Зверей убиением часто бывал и дотоль согреваем клинок обогренный. Не было в этом вины.
животных, которые ищут нас погубить, убивать при всем благочестии можно. Именно лишь убивать, но не ради же чревоугодия. Дальше нечестие пошло. И первую, предполагают, жертву упала свинья за то, что она подрывала рылом своим семена, пресекая тем года надежду. После козел, объедавший лозу, к алтарю приведен был мстителя Вакха. Двоим же вина повредила. Чем провинились хоть вы, скот кроткий, овцы, на пользу людям рожденные, им приносящие в имени нектар? Овцы, дающие нам из собственной шерсти одежды. Овцы, жизнью своей полезные больше, чем смертью. Чем провинились волы, существа без обмана и злобы, просты, безвредны всегда, рождены для труда и терпения. Неблагодарен же тот, недостоин даров урожая, кто, отрешив вола от плуга кривого, заколет пахаря сам своего, кто работы натертые шеи, коими столько он раз обновлял затвердевшую ниву, столько и жатв собирал, под ударом подвергнет секиры. Мало, однако, того, что вершится такое нечестие, в грех вовлекли и богов, поверили, будто Всевышний трудолюбивых быков веселиться может за кланью. Жертва, на ней не пятна, наружности самой отменной, пагубна ей красота. В повязках и золоте пышном у алтаря предстоит, и в незнании молящему внемлет. Чувствует, как на чело меж рогов кладут ей колосья, ею возделанный хлеб. И заколото окровавляет нож, который в воде, быть может, приметить успела. Тотчас нажила ее, изъяв их из тела живого, смотрят внимательно. В них бессмертных намерений ищут. И почему человек столь жаждет еды запрещенной? Так ли себя насыщать вы дерзаете, смертные? Полно. О, перестаньте, молю. Прислушайтесь к добрым советам. Если кладете вы в рот скотины заколотое мясо, знайте и чувствуйте, вы своих хлебопашцев едите. Бог мне движет уста, за движущим следовать Богом буду, как то надлежит. Я дельфы свои вам открою, сам эфир, возвещу я прозрение высокого духа. Буду великое петь, что древних умы не пытали, скрытое долго досель. Пройти хочу по высоким звездам. Хочу пронестись, оставивши землю, обитель костную в тучах. Ступать на могучие плечи Атланта, розно метущихся душ, не имеющих разума. Сонмы издали буду я зреть. Дрожащих, боящихся смерти, ныне начну наставлять. И судеб череду им открою. О, человеческий род, страшащийся холода смерти! Что ты и стикса, и тьмы, что пустых ты боишься названий, материала певцов, воздаяний мнимого мира? Ваши тела, их сожжет ли костер, или время гниением их уничтожит, уже не узнают страданий, поверьте. Души одни не умрут. Навечно, ставив обитель прежнюю, в новых домах жить будут, приняты снова. Сам я помню о том, во время похода на Трою сыном Панфеевым был Эвфорбом, которому прямо в грудь засело копье, направлено младшим Атридом. Щит я недавно узнал, что носил я когда-то на Шуйце. В храме Юноны висит он, в Абантовом Аргосе ныне. Так,
изменяется все, но и гибнет ничто, и, блуждая, входит туда и сюда. Тела занимает любые дух. Из животных он тел переходит в людские, из наших снова в животных. А сам во веки веков не исчезнет. Словно податливый воск, что в новые лепится формы, не пребывает одним, не имеет единого вида, но остается собой. Так точно душа, оставаясь той же, так я учу, переходит в различные плоти. Да не поддастся же в вас благочестие жадности чрева. О, берегись, говорю, несказанным убийством родные души из тел изгонять. Пусть кровь не питается кровью. Раз уж впустился я плыть по открытому морю, и ветром парус напружен, скажу. Постоянного нет во вселенной, все в ней течет, и зыбок любой образуемый облик. Время само утекает всегда в постоянном движении, уподобляясь реке. Ни реке, ни летучему часу становиться нельзя. Как волна на волну набегает, гонит волну пред собой, нагоняема сзади волною, так же бегут и часы, вослед возникая друг другу, новые вечно. Затем, что бывшее раньше пропало, сущего не было. Все обновляются в вечном мгновении. Видишь, как, выйдя из вод, к рассвету тянутся ночи, ярко сияющий день за черную следует ночь. Цвет не один у небес, в то время как сковано дрема и все в утомлении спит. Или в час, когда светоносец всходит на белом коне. Тогда ли, когда на рассвете палантиада весь мир, чтобы Эфебу вручить, обогряет. Даже божественный щит, поднимаясь с земли преисподней, ал возникая и ал скрывая в земле преисподней, но белоснежен, вверху за тем, что природа эфира благоприятнее там. И далеко земная зараза. Так же Дианы ночной не может остаться единым облик. Меняется он постоянно со сменою суток. Месяц растущий крупней, а месяц на убыли меньше. Что же? Не видите ли вы, как год сменяет четыре времени? Как чередом подражает он возрастом нашим? Маленький он, сосунок, младенческим летом подобен ранней весной. Ярко и нежно, еще сил не набравшись, полнится соком трава, поселян услаждая надеждой. Все в это время цветет. В цветах запестрел, улыбаясь, луг благодатный. Но нет еще в зелени зрелости должной. В лето потом переходит весна, в могучую пору. Сильным стал юношей год, мощнее нет времени года. Нет плодовития его, бурнее в году не бывает. Осень наступит затем, отложившая юную пылкость. Зрелая, кроткая. Год не юноша, но и не старец, станет умерен. Меж тем виски и сединой укропятся. После старуха зима приближается шагом дрожащим, вовсе волос лишена или с седыми уже волосами. Так же и наши тела постоянно, не зная покоя, преобращаются. Тем, что были мы, что мы сегодня, завтра не будем уже. Был день, мы и семенем были, и лишь намек на людей обитали у матери в лоне. Руки искусные к нам приложила природа. И, видя, что утесняется плод беременной матери чревом, скрытые в нем воздушный простор их выводит из дома.
Вот, появившись на свет, лежит без силы младенец. Четвероногий почти, как зверь, волочит свои члены. Вот понемногу, дрожа на ступне, пока не окрепший, начал стоять, но еще поддержки требует. Вскоре он уже силен и скор, но поприще юности краткой пройдено. Вот и года миновали срединные также, и по наклону уже несется он к старости шаткой. Жизнь подрывает она, разрушаются прежние силы. Старый заплакал Милон, увидев, что стали бессильны мощные руки его, что дряблые виснут, когда-то тяжкую крепостью мышц с геркулесовой схожие длани. Плачут и Тиндара дочь, старушечи, видя морщины в зеркале. Ради чего, вопрошает, похищена дважды? Время, свидетель вещей, и ты, о завистница старость, все разрушаете вы. Уязвленное времени зубом, уничтожаете все постепенную медленной смерти. Не пребывает и то, что мы называем стихией. Вас научу изменениям стихий. Приготовьте внимание. Вечный содержит в себе 4 зиждительных тела мир. 2 тела из них отличаются тяжестью. В область нижнюю их то земля и вода. Все собственный тянет. У остальных же у 2 нет веса. Ничто не гнетет их. Воздух летит в высоту, и огонь, что воздуха чище. И хоть далеко они отстоят друг от друга, однако все происходит из них, и в них же возвратится. Чистую воду земля испаряет, редея в просторе, воздухом станет вода. А воздух, тяжесть утратив, сам растворившись еще, вновь вышним огнем засверкает. Все обращается вспять, и круг замыкается снова. Ибо сгущаясь, огонь вновь в воздух густой переходит. Воздух в воду. Земля из воды происходит сгущенной. Не сохраняет ничто неизменным свой вид. Обновляя вещи, одни из других возрождает обличье природа. Не погибнет ничто, поверьте, в великой вселенной. Разнообразится все, обновляет свой вид. Народиться, значит, начать быть иным, чем в жизни былой. Умереть же, быть, чем был, перестать. Ибо все переносится в мире вечно туда и сюда. Но сумма всего постоянна. Мы полагать не должны, что длительно что-либо может в виде одном пребывать. От железного так к золотому вы перешли. О, века! Так и мест меняются судьбы. Зрел я, что было землей крепчайшую некогда, стало морем. И зрел я из вод океана возникшие земли. От берегов далеко залегают ракушки морские. И на верхушке горы обнаружен был якорь древнейший. Поле, весенний поток, стремясь, обращает в долину. Видел и то, как гора погрузилась от паводка в море. Прежде болотистый край высыхает пустыней песчаной. Жажду терпевший меж тем от болота стоячего влажен. Новые здесь родники исторгает природа. Другим же путь закрывает она. В содроганиях древнего мира множество рек полилось. Но как их засыпалось много! Так же и лик, например, зиянием почвенным выпит, снова выходит вдали.
из иного родится истока. Так то вбираем землей, то опять исторгаем из бездны. Мощный поток эрозин возвращен Аргалийской равнине. Передают, что Эмиз, наскучив своим исхождением и берегами, течет по-иному и назван Каиком. Там же теперь Аминан пески сицилийские катит волнами, а иногда, лишившись источников, сохнет. Воду Анигра реки все пили когда-то. Теперь же не пожелают вкусить, с тех пор, как, если хоть мало, все-таки можно певцам доверять. В них мыли кентавры раны, что луком нанес Геркулес им палец и носец. Что ж, а Агипанис река, в горах возникающей скифских, пресный сначала, потом не испорчен ли солью морской? Волнами были кругом охвачены Тир финикийский, Фар и Антисса. Из них ни один уже ныне не остров. Материковой была для насельников древних Левкада, ныне пучины кругом. Говорят, из Анклея смыкалась прежде с Италией, но уничтожила море их слитность и, оттолкнув, отвело часть суши в открытое море. Ежели Буру искать и Гелику, Ахейские грады, их ты найдешь под водой. Моряки сегодня покажут мертвые те города с погруженными в воду стенами. Некий находится холм у Трезены Питфеевой, голый. Вовсе лишенный дерев, когда-то равнина, всецело плоская, ныне же холм. Ужасно рассказывать. Ветры, сильные и дикие, в лухих заключенные недрах подземных, выход стремясь обрести, порываясь в напрасном усилии вольного неба достичь, и в темнице своей ни единой щели нигде не найдя, никакого дыханию прохода землю раздули холмом. Подобно тому, как бычачий ртом надувает пузырь или мех, который сдирают сзада пасущихся коз. То вздутие осталось и ныне. Смотрит высоким холмом и за много веков отвердело. Много примеров тому, известных или слышанных вами. Несколько лишь приведу. А разве вода не меняет наново свойства свои? Средь дня, о, Амон рогоносный, струи студены твои на заре и закате горячи. Передают, что древесный кусок от воды Атаманта вдруг загорается в дни, когда лунный ущерб на исходе. Есть у Киконов река. Коли спить из нее, каменеют сразу кишки. От нее покрываются мрамором вещи. Кратит река и Сибара, полям пограничные нашим, те придают волосам с янтарем и золотом сходство. Но удивительно то, что такие встречаются воды, свойства которых менять не только тела, но и души. Кто не слыхал про родник Салмакиды с водой любострастной? Или про свойства озер эфиопских? Кто выпьет глоток их, бесится или же в сон удивительно тяжкий впадает? Если же кто утолит из криницы клитория жажду, недругом станет вина и к чистой воде пристраститься. То ли противная в ней вину горячащему сила, то ли Амитауна сын, по преданиям жителей местных, после того, как унял он неистовство претит безумных, помощью трав и заклятий, потом очищение средства в воду криницы метнул. С тех пор ей вино ненавистно. Свойство иное совсем у воды из Линкестия. Если кто-нибудь станет ее пропускать неумеренно в горло, то закачается так, будто цельным вином опьянился. Есть в Аркадской земле водоем,
Фенеон у древнейших, с двойственной странной водой, которой ночами страшитесь. Ночью вредна для питья, днем пить ее можно безвредно. Так у озер и у рек встречаются те или другие разные свойства. Был век, Артигия плавала в море, ныне же на месте стоит. Аргонавтов страшили когда-то с шибкую пенистых волн, разнесенные врозь симплегады. Ныне недвижны они и способны противиться ветрам. Также горящий теперь горнилами серными, Этне огненной вечно не быть. Не была она огненной вечно. Если земля — это зверь, который живет и имеет легкие, в разных местах из себя выдыхающий пламя, может дыхание пути изменить он, особым движением щели одни запереть, а другие открыть для прохода. Ныне пусть в недрах земли заперты летучие ветры мечут скалу о скалу и материю, что заключает пламень и семя. Она ж порождает огонь, сотрясаясь. Недра остынут, едва в них ветры, смирившись, затихнут. Если же быстрый пожар вызывается мощной лавой, желтая ль сера горит незаметно струящимся дымом, время придет все равно, и земля уже снеди богатой не предоставит огню. Истощит она силы и за век свой. И не достанет тогда пропитания алчной природе. Голод не стерпит она, и заброшено пламя забросит. В гиперборейском краю, говорят, есть люди в полене, будто бы тело у них одевается в легкие перья. Стоит лишь 9 им раз в озерко погрузиться 3 тонна. Впрочем, не верю я в то, что женщины скифские, ядом тело себя окропив, достигают такого же искусства. Но ведь должны доверять мы явлениям, доказанным точно. Ты не видал, как тела, полежав в растопляющем зное, мало-помалу загнив, превращаются в мелких животных? Сам ты попробуй, зарой бычачью по выбору тушу. Дело известное всем. Из гниющей утробы родятся пчел-медоносец раи. Как их произведший родитель в поле хлопочет. Им труд по душе, вся забота их завтра. Шершней воинственный конь порождает, землею засыпан. Если округлых клешней ты лишишь прибрежного краба, а остальное в земле погребешь, то из части зарытой выйдет на свет скорпион, искривленным хвостом угрожая. Знаем и гусениц, лист, оплетающих нитью седою. Также и эти, не раз то жители сел наблюдали, вид свой меняют потом, в мотылей превращаясь могильных. Тины из скрытых семян производят зеленых лягушек, и их производят без лап. Для плавания годные ноги вскоре дает. Чтобы они к прыжкам были длинным способны, задние лапы у них крупнее, чем передние лапы. И медвежонок, родясь он, первые дни еле-еле жив. Он лишь мясо кусок, но мать его лижет и членам форму дает. И малыш получает медвежью наружность. Или не видал ты, как пчел медоносных приплод, заключенный в шестиугольных домах восковых, без членов родиться. Как он из лапы позднее, а крылья позднее получает. Птица Юноны сама, на хвосте носящая звезды, голубь Венеры и сам Юпитера оруженосец. Птицы пернатые все из яичной середки родятся. В это поверит ли кто? Кто, зная, тому не поверит. Мнение есть, что когда догниет позвоночник в могиле, мозг человека спиной в землю превратится. Однако все эти твари одна от другой приемлют зачатки.
только одна возрождает себя своим семенем птиц. Феникс, ее ассирийцы зовут. Ни травою, ни хлебом, но фимиама слезой существует и соком амома. Только столетий он пять своего векования исполнит, тотчас садится в ветвях или на маковку трепетной пальмы, клювом кривыми и когтями гнездо себе видеть начинает. Дикой корицы кладет с початками нежного нарда, мятый в гнездо кинамон золотистую мирру стелит. Сам он ложится поверх и кончает свой век в благовониях. И говорят, что назначенный жить век точно такой же, выйдя из праха отца, возрождается маленький феникс. Только лишь возраст ему даст сил для поднятия груза. Сам он снимает гнездо с ветвей возвышенной пальмы. Благочестиво свою колыбель и отцову могилу взяв, и через вольный простор в Гипериона город донесшись, дар на священный порог в Гипериона храме слагает. Если мы в этом нашли небывалый предмет удивления, то подивимся еще на гиену в ее переменах. Жил гиена-самец, став самкой, самца подпускает. Или животное то, что питание воздух и ветер, что не коснется его, всему подражает окраской. Рысей, как дань, принесла лозоносному Индия вакху. Передают, что у них всегда превращается в камень то, что испустит пузырь, и на воздухе затвердевает. Также кораллы. Они, когда прикоснется к ним воздух, тоже твердеют. В воде они были растением мягким. Раньше кончится день. Погрузит запыхавшихся коней в море глубокая Феб, чем я перечислю в рассказе все, что меняет свой вид. С течением времени также мы наблюдаем, одни становятся сильные народы, время другим упадать. И людьми, и казною богато, могшие 10 годов лить кровь в таком изобилии, падше ныне лежит в развалинах древнее Троя. Вместо стольких богатств могильные прадедов холм. Спарта преславна была, великими были Микены. Кекропа крепость цвела, и твердыня Амфиона тоже. Ныне же Спарта пустырь, высокие пали Микены. Что, коль не сказка одна в настоящем Эдиповы Фивы? И не название ли одно Пандионовы ныне Афины? Ныне молва говорит, что подъемлется Рим Дарданийской. Расположившись у вод Апеннина рожденного Тибра, строя громаду свою, основание кладет государство. Он изменяет свой вид, возрастая, и некогда станет целого мира главой. Говорили об этом пророки, голос гаданий таков. Насколько я помню, Энею, лившему слезы, в свое переставшему верить спасение, молвил Гелен Приамид во время погибели Трои. «Отпрыск богини, коль ты доверяешь моим предсказаниям, знай, не всецело падет при твоем вспоможении, Троя. Меч и огонь не задержат тебя. Уйдешь и с собою Пергама часть унесешь. А потом для тебя и для Трои поприще в чуждой земле дружелюбной отчизной станет. Вижу столицу уже, что фригийским назначено внуком. Нет, и не будет такой, и в минувшие не было годы. Знатные годы ее возвеличат, прославят столетия. Но в госпожу государств лишь от крови Иула рожденный сможет ее возвести. Им после
С земли взвеселятся Божьи хоромы, эфир, небеса ему будут скончанием. Все, что Энею Гелен, Пенатов блюстителю молвил, в памяти я сохранил. И радостно мне, что все выше стены, что впрогле врагов победили фригийцев Пелазги. Но не дадим же коням, позабывшимся, дальше стремиться к мете своей. Небеса изменяют и все, что под ними, форму свою, и земля, и все, что под ней существует. Так часть мира и мы, за тем, что не только мы и тело, но и летунья душа, которая может проникнуть после в звериный приют и в скотское тело укрыться. Эти тела, что могли бы содержать родителей, души, братьев, душу того, с кем некий союз нас связует, так или иначе людей оставим же в мире и чести. Недра не станем себе набивать пированием тиеста, как приобщается злу нечестивый, и кровь человечью тот готов проливать, кто горло теленка пронзает острым ножом и мычанию его равнодушно внимая. Или же тот, кто козла не смутится зарезать, который плачет при том, как дитя. Есть птицу, которую сам же только что хлебом кормил. От худшего из преступления это далеко ли ушло? Как служит к нему переходом? Вол пусть пашет, пусть он умирает, состарившись мирно. Пусть доставляет овца от бареева гнева защиту. Пусть же козы свое подставляют нам в имя для дойки. Всякие сети, силки, западни, все хитрости злые бросьте. Клейким прутом в обман не вводите пернатых. И оперенным шнуром не гоните оленя в облаву. Загнутых острых крючков не прячьте в обманчивом корме. Вредных губите одних, однако же только губите, да отрешатся уста, да берут себе должную пищу. Этой и многой другой, наполнив мудростью сердце, как говорят, возвратился к себе и по просьбе всеобщей принял правление бразды над народами Лация, Нума, нимфы и счастливый супруг. Камен, внушением ведомый, жертвам чин учредил, и племя, привыкшее раньше только к свирепой войне, занятием мирным наставил. Старцем глубоким уже он державство и век свой окончил. Жены, народы, отцы, оплакал весь Лаций кончину Нумы. Супруга его, оставивши град, удалилась в долы рекийский, и там, в густых укрываясь чащобах, плачем и стоном своим, Дианы Орестовой культу стала мешать. Ах, и дубравы, и в озере нимфы часто давали совет перестать, и слова утешения молвили. Сколько и раз средь слез сын храбрый Тезея: «О, перестань, — говорил, — судьба не твоя лишь достойна плача. Кругом посмотри на несчастье с другими, и легче перенесешь ты беду. О, если бы сам в утешении мог я примером тебе не служить. Пример я, однако». Слух, наверное, до вас о неком достиг Ипполите, жестокосердием отца и кознями мачехи гнусной, преданном смерти. О да, удивишься и трудно поверить. Все-таки я — это он. Меня Пасифаида, когда-то тщетно пытавшись склонить к осквернению отцовского ложа, в том, что желалось самой, обвинила и грех извращая, то ли огласки боясь в обидель, что я непреклонен, оклеветала. Отец невинного выгнал из града, и на челе у меня тяготело отцово проклятие.
на колеснице, беглец, спешу я в Трезену, к Питфею. И проезжал я уже прибрежьем Коринфского моря, вдруг как подымется вал, из него водяная громада целая загнулась горой, на глазах возрастала, мычание вдруг из нее раздалось, и верхушка ее раскололась. Бык круторогой тогда из разъятой явился пучины. Вровень груди из вод подымался в ласкающий воздух. Море струю из ноздрей изрыгал и из пасти широкой. Спутников пали сердца. Я душой оставался бесстрашен, полон изгнанием своим. Как вдруг мои буйные кони поворотили к волнам и, предая в страхе ушами, в страхе не помня себя, приведенные чудищем в ужас, прямо на скалы несут. Я понапрасну стараюсь править зверями, держать убеленные пеной вожжи. Сам, отклонясь, натянуть ремни ослабевшие сились. Мощи моей одолеть не могло бы неистовство коней, если бы вдруг колесо в неустанном в круг оси вращения не зацепилось за ствол и, упав, на куски не разбилось. Миг, и я выброшен был. Ногами запутавшись в вожжи, мясо живое влачу, за кусты зацепляются жилы. Часть моих членов при мне, а часть оторвана членом. Кости разбиты, стучат. Ты увидела б, как истомленный мой исторгается дух. Ни одной не могла бы ты части тела уже распознать. Все было лишь раной сплошной. Можешь ли, смеешь ли ты сопоставить свое злополучие, нимфа, с моею бедой? Я видел бесцветное царство. Во флегетона волну погружался истерзанным телом. Если б не сила врача, Аполлонова сына искусства, не возвратилась бы жизнь. Когда ж от могущества зелий, хоть и досадовал Дид, я с помощью ожил пиана, то, чтобы с даром таким, там, будучи, не возбуждал я зависти большей, густым меня Кинтия облаком скрыло. И чтобы я в безопасности жил, безнаказанно видим, возраста мне предала и сделала так, чтобы стал я неузнаваем. Она сомневалась, на Крит ли отправить или на Делос меня. Ну и Делос, и Крит отменила и поселила вот здесь. Лишь имя, могущее коней напоминать, повелела сменить. «Ты был Ипполитом, — молвила мне, — а теперь будь Вербием, дважды рожденный. В этой я роще с тех пор и живу. Божество я из меньших. Волею скрыт госпожи, к ее приобщился служению. Горе Эгерии все ж облегчить не в силах чужие бедствия. Так же лежит под самой горой, у подножья горькие слезы лия. Наконец, страдалец и чувством тронута, Феба, сестра, из нее ледяную криницу произвела, превратив ее плоть в вековечные воды. Тронула нимф небывалая вещь, и сын Амазонки столь же был ей потрясен, как некогда пахарь Киренский, в поле увидевший вдруг ту глыбу земли, что внезапно, хоть не казался никто, шевельнулась сама для начала. Вскоре же, бросив свой вид земляной, приняла человечий. После ж отверзла уста для вещания будущих судеб. Местные жители звать его стали Тагеем, и первый дал он этрускам своим способность грядущее видеть. Или как Ромул, когда увидал он копье, что торчало на Палатинском холме, покрывавшемся сразу листвою. Что не железным оно острием, а корнями вцепилось, что не оружие уже, но дерево с гибкой лозою,
эту нежданную тень доставляет дивящимся людям. Или как кип, увидавший рога на себе в отражении глади речной. Увидал он рога и, подумав, что ложный образ морочит его, лоб трогал снова и снова. Вправду касался рогов. И глаза обвинять перестал он, остановился. А шел победителем с поля сражения. К небу возвел он глаза, одновременно поднял и руки. «Вышний! И что?» — он сказал, — предвещается чудом. «Коль радость, радость родину пусть и Квиринов народа счастливее. Если ж грозит, пусть лишь мне». И алтарь сложил он из дерна. Он свой алтарь дровяной почитает огнем благовонным. Льет и латеры вина, убитых двузубых овечек, истолкование ища пытая трепещущий потрох. Начал разглядывать жертв нутро волхвователь Керенский, и, очевидно, ему превеликая бездна событий, все же неявственных. Тут, приподнявший от жертвенной плоти острые взоры свои, на рога он на кипов и смотрит, молве: «Здравствуй, о царь! Тебе, да, тебе подчиняться, этим державным рогам! Все место и лация грады. Только не медли теперь, входи, открыты ворота. Поторопись, так велит судьба. Ибо принятый градом будешь ты царь, и навек безопасен прибудет твой скипетр». Кип отступает назад, от стен городских отвращает в сторону взоры свои. «Прочь, прочь, предвещание!» — молвит. «Боги пусть их отвратят. Справедливее будет в изгнании мне умереть, но царем да не узрит меня Капитолий». Молвил он так. Народ и сенат, уважаемый, тотчас созвал. Однако рога миротворным он лавром сначала скрыл, а сам на бугор, насыпанный силами войска, стал и, с молитвой богам обратясь по обычаям предков: «Есть тут один, — говорит, — коль из града не будет он изгнан, станет царем. Не назвав, его покажу по примете. Признаком служат рога. Его вам укажет гадатель. Ежели в Рим он войдет, вас всех обратит он в неволю. Он воротами ж тем отворенные может проникнуть, но воспрепятствовал я, хоть самый он близкий, пожалуй, мне человек. Вы его изгоните из града, квириты, или, коль стоит того, заключите в тяжелые цепи, или поборите свой страх, умертвив рокового владыку». Ропщут по осени так подобравшие волосы сосны, только лишь эвр засвистит. У волнения в море открытом рокот бывает такой, коль издали с берега слушать. Так же шумит и народ. Но тут сквозь речи, кричащие смутно толпы, раздался вдруг голос отдельный. «Да кто ж он?» Стали разглядывать лбы, рогов упомянутых ищут. Снова им кип говорит: «Вы знать пожелали? Смотрите!» И хоть народ не давал, венок с головы своей снял он и указал на чело с отличием особым — рогами. Все опустили глаза, огласилось стоном собрание. И неохотно они на достойную славы взирали кипа главу. Кто поверить бы мог? Но все же обесчестить не допустили его и снова венком увенчали. Знатные люди, о кип, раз
в стены войти ты боялся, дали с почетом тебе деревенской земли, по обмеру, сколько ты мог обвести с запряженными в пару валами плугом тяжелым своим. На восходе начав до захода, и водрузили рога над дверью, украшенной бронзой, чтобы навеки веков хранить удивительный образ. Ныне поведайте нам, о музы, богини поэтов, ибо вы знаете все, и древность над вами бессильна. Как Корониду вписал руслом обтекаемый Тибра остров в список святынь, утвержденного Ромулом града. Некогда пагубный мор заразою в Лации веял. Бледное тело людей поражала бескровная немочь. От погребений устав, и увидев, что смертные средства не приведут ни к чему, ни к чему и искусству лечащих, помощи стали просить у небес и отправились в Дельфы, где средоточие земли, и явились в гадалище Феба. Вот, чтобы в бедствии том помочь им спасительным словом, Феб пожелал, чтобы град столь великий избавил он, молят. Все, что вокруг, и лавр, и на лавре висящие тулы, затрепетали за раз. Из глуби святилища ясный голос треножники сдал и смутил потрясенные души. Вместе ближайшим найдешь, что здесь ты, римлянин, ищешь. Вместе ближайшим ищи. Но сам Аполлон не подаст вам помощи, вашей беды не убавит, но сын Аполлона с добрыми знаками в путь, и нашего требуйте чада. Только лишь мудрый сенат получил приказание Бога, вызнав, в ограде каком Аполлона дитё обитает, тутчас послали людей на судах к берегам Эпидавра. Вот уже тех берегов коснулись кормой округлой, входят в совет эпидаврских старшин и просят, чтоб Бога дали им греки того, кто присутствием мог бы покончить муки Авсонии. Так непреложные волят гадания. И голоса раскололись. Одни полагают, что помощь не отказать им нельзя, а многие против. Совет их не выпускать божества и своей не утрачивать силы. Так сомневались они, а сумрак согнал уж последний свет, и вскоре весь мир покрывается тенями ночи. Но увидал ты во сне заступника Бога, стоящим возле постели твоей, о римлянин. Был он в том виде, как его храме стоит, с деревенским посохом в шуйц. Мощной десницей в лосы разбирал бороды своей длинной. И благосклонно из уст такие слова излетают. Страх твой откинь. Я приду, но обычное сброшу обличье. Ты посмотри на змею, что узлами вокруг посоха вьется. Взглядом ее ты приметь, чтоб после узнать ее с виду. В эту змею обращусь, но больше. Таким появлюсь я, как подобает одним небожителям преображаться. Речь пропадает, и Бог... И с речью, и Богом отходит сон. И лишь сон отошел, разливается свет благодатный. И, подымаясь, заря пламена прогоняется звездней. И в неизвестности, что предпринять, в святилище Бога знатные люди сошлись и молят, чтоб сам указал он знаки небесные дав, где хочет иметь пребывание. Лишь помолились они, как сияющий золотом гребне Бог, обращенный в змею, провещал им пророческим свистом
и появлением своим кумир, алтари, входные двери, и мраморный пол сколебал, и золото кровлю. Вот он по самую грудь посреди поднимается храма, встал и обводит вокруг очами, где искрится пламя. И ужаснулась толпа, и узнал божества появления по непорочным волосам тесьмою повязанный белый жрец. Это Бог, восклицает, и духом, и словом Бога почтите. О, ты прекраснейший, кем бы ты ни был, в пользу нам будь. Помоги божество твое чтущим народам. Кто он, не знают, но все чтут Бога, как велено. Вместе все повторяют слова за жрецом, и душою, и речью благочестиво ему, Энеаду, являют почтение. Бог благосклонен, ответ им желанный даруя, шевелит гребнем, три раза подряд свистит трепещущим жалом и по блестящим затем ступеням соскользает. Но раньше, чем навсегда отойти, на древний алтарь обернулся, старый приветствует дом и святилище, где обитал он. Выйдя из храма, змея под цветами, усыпанной почве, петля за петлей уползет, огромно сквозь город проходит и направляется в порт, защищенный загнутым молом. Остановилась она, и толпу, что с нею до моря свитой и почтительной шла, обводит приветливым взором, и на корабль в Санийский вползла, и чувствует судно ноши, божественный груз, что Божью гнетет его тяжесть. Рады Энеесыны, и быка заколов на прибрежье, верви витых причал отвязали венчанного судна. Легкий зефир подгоняет корабль. Бог виден высоко. Голову он положил на изогнутый нос корабельный, глядя на синюю даль. Пройдя Ионийское море с ветром умеренным, вот к Палантиду шестому восходу видит Италию. Вот прошли вдоль Лакинии, славной храмом богини. Уже у брегов Скилакеи несутся. Япикский мыс позади. Вот слева Амфрисии скалы мимо на веслах прошли, и отвесы Келении справа. Вот и Рометий пройден, Кавлан, Снарикии тоже. Преодоленный пролив сицилийского горла Пелора. Дом Гиппотада царя, Темесы медные руды. Или в Кассию прошли, и теплые в розариях Пестум. Вот и Капрею они, и мы сминовали Минервы, также Сурента холмы с изобилием лоз, Геркулесов город Истабии. Вот для досуга рожденную мимо Партенопею прошли и святилище Кумской Сивиллы, мимо горячих ключей проплыли, Лентиском поросший пройден Литерн и обильный песок, увлекающий в буйном беге Волтурн, Синуэсса, приют голубей белоснежных, область Минтурн нездоровых и края, где насыпан супругом холм, Антипатов предел, с окруженной болотом Трахадой, также Цирцеи земля и Анти с берегом плотным. Лишь паруса корабля повернули туда мореходы, на море буря была,
стал Бог извиваться кругами, чаще изгибы ведя и вращая огромные кольца. Храма отца он достиг на самом прибрежье песчаном. Но лишь затихла волна, алтари эпидаврец отцовый бросил, под кровом побыв божества, с кем кровью был связан. Ходом шумящей своей чешуи бороздит он прибрежный крепкий песок, и, взвиясь по рулю корабельному, на нос судно возлег головой, и там пролежал до прибытия в Кастр, священный предел Лавина, у Тибрского устья. Весь отовсюду народ, и мужчины, и женщины, Богу валит навстречу толпой, и огонь твой, хранящие девы, Веста Троянская. Клик, ликование приветствует Бога. И между тем, как корабль поднимается вверх по течению, вдоль берегов, на поставленных в ряд алтарях фимиамы, с той и другой стороны трепеща, благовонно дымятся. И ударяющий нож согревают закланные жертвы. Вот уже в мира главу, в столицу он римскую входит. И выпрямляется змей, и склоненную двигает шеей, поверху мачты виясь, подходящей обители ищет. Здесь, протекая, река на равные делится части. Остров по ней наречен. С обеих сторон одинаков, равные два рукава Тибр вытянул, землю объемля. С судна латинского тут змей Фебов сошел и остался жить. И конец положил, приняв вновь облик небесный горю народа. Пришел благодатным целителем града. Все ж явился чужим он, святилище наше, а Цезарь в граде своем есть Бог. Велик он и Марсом, и Тогой, но не настолько его триумфальные войн, завершение или деяния внутри, или быстрая слава державы новым светилом зажгли, в звезду превратили комету, сколько потомок его. Из свершенных Цезарем славных дел достославней всего, что сын порожден им подобный. Истинно, значит, важнее водяных не спровергнуть британов, чем семиустый поток в папирус одетого Нила, мстящие весь корабли, нумидийцев восставших и Юбу на кенефийских брегах, Ильпонт, Митридата надменный именем. Всех покорить и прибавить к народу Кверина. Многих себе заслужить и немало увидеть триумфов. Нежели мужа родить столь великого нам, под которым так человеческий род вы взлелеяли, вышние боги. Но чтобы не был рожден он от смертного семени, богом должен был сделаться ты. И мать золотая Энея все увидала. И вот, увидав и скорбя, что готовит первосвященнику смерть, что оружием гремит заговорщик, стала бледна и богам, всем ею встречаемым молвит. Вы посмотрите, с каким не и ныне готовят коварством козни, как гнусно таясь голове угрожает единой, что остается еще у меня от Дарданца и Юла. Вечно ли буду одна я подвержена новым невзгодам? Уязвлена я была копьем каледонским Тидида. Рушились строи потом, защищенные худо твердыни. Видела сына затем, как в странстве и долгом потерян морем кидаем он был, сходил и в обитель покойных, с Турном царем воевал. Но ежели в правде признаться, больше с Юноной самой. Для чего вспоминаю былую рода печаль моего?
Страх нынешний не дозволяет старое припоминать, но меч окаянные точит. Их отстраните, молю, преступлению не дайте свершиться. Да убиением жреца не погасится жертвенник Весты. Тщетно по всем небесам Венера в отчаянии горьком речи такие гласит и тронула всех. Но не могут боги железных разбить приговоров сестер вековечных. Все же грядущих скорбей несомненные знаки являют. Столь греметь, говорят, оружием черные тучи. Слышался рог в небесах, и ужасные трубные звуки, грех возвещали они. И лик опечаленный Феба мертвенный свет проливал на покоя лишенную землю. Часто видали, меж звезд полыхают огни погребений, часто во время дождя упадали кровавые капли. Бледен бывал светоносец, и лик его темным усеян крапом. Была и луны колесница в крапинах крови. Бедствие в тысячи мест пророчил и филин стигийский. В тысячи мест слоновая кость покрывалась слезами. В рощах священных порой то речь раздавалась, то пение. Не было пользы от жертв. Потрясения великое были явлены в жилах. Бывал край печени срезан у жертвы. Всюду, на площадях, у домов и божественных храмов псы завывали в ночи. Говорят, что покойников тени, выйдя, блуждали, и град колебался от трепета дрожи. Но предвещания богов победить не могли ни злодейства, ни исполнения судеб. И вносятся в место святое голых мечей клинки. Не выбрали место иного в граде, чтоб дело свершить роковое, но здание сената. И Кифирея двумя ударяет в печали руками в груди и пытается скрыть небесным облаком внука. Так был когда-то Парис, у мстящего вырван от Рида. Так в дни он и Энея от меча Диомедова спасся. Но говорит ей отец, одна ли ты рог необорный сдвинуть пытаешься, дочь? Сама ты отправься в жилище древних сестер. У них на обширном увидишь подножье стол, где таблица судеб. Из бронзы литой и железа. Нет, не боятся они ни ударов небесных, ни гнева молний. Крушения им нет. Стоят безопасны и вечны. Там, у сестер, ты найдешь в адамант заключенную прочные роды судьбу своего. Читал я ее и запомнил. И расскажу, чтобы ты не была грядущим в незнании. Время исполнил свое, о ком Кифирея печешься. Все. Он прожил сполна земле одолженные годы. Богом войдет в небеса. Почитаться он будет во храмах. Этим обязан тебе и сыну. Наследовав имя, примет он на плечи град, и отца убиенного грозный мститель в войнах меня соратником верным получит. Силою войска его осажденные стены Мутины мира попросят, склонясь. Признают его и фарсалы, и орошенные вновь эмофийскую сечу Филиппы, и в сицилийских волнах покорится великое имя. Римского вскоре вождя супруга, египтянка, тщетно брака желая, падет. Угрожать она будет напрасно, что Капитолий отдаст своему в услужение Канопу.
буду ли варварство я народы на двух океанах перечислять. Все мира края, где могут селиться люди, будут его. Все море ему покорится. Страны умиротворив, на гражданское он правосудие мысленно правит и даст справедливец великой законы. Нравы примером своему порядочек. Взор устремляя в будущий век, времена грядущих внуков далеких видел, он сыну велит, священные супруги потомству, чтоб одновременно нес он имя его и заботы. Только лишь после того, как Нестора лет он достигнет, в дом он небесный войдет, примкнет к светилам родимым. Эту же душу его, что из плоти исторглась убитой, сделай звездой, и в веках на наш Капитолий и форум будет с небесных твердынь взирать божественный Юлий. Так он это сказал, немедля, благая Венера в римский явилась сенат, и незримо никем похищает Цезаря душу. Не дав ей в воздушном распасться пространстве, в небо уносит и там помещает средь вечных созвездий. И уносясь, она чует. Душа превращается в Бога, рдеть начала, и его выпускает Венера. Взлетел он выше луны и ввыси, волосами лучась огневыми, блещет звездой. И смотря на благие деяния сына, большим его признает, и что им побежден веселится. И хоть деяния свои не велит он превыше отцовских ставить, но слава вольна, никаким не подвластна законам, предпочитает его, и в этом ему непослушно. Так уступает Атрей Агамемнону в чести великой. Так и Эгея Тезей, и Пелея Ахилл побеждает. И, наконец, чтобы взять подходящий пример для сравнения, так уступает Сатурн Юпитеру. Правит Юпитер небом эфирным. Ему троевидное царство покорно. Август владеет землей, и отцы, и правители оба. Боги, вас ныне молю, Энеевы спутники, коим меч уступил и огонь. Индигет, Кверин, основатель града, и ты, о градив, необорного родший Кверина. Ты, меж пенатов его освященная Цезарем Веста. Свестую Цезаря ты, о Феб, очага покровитель. Ты, о Юпитер, чей дом на высокой твердыне Торпеи. Все остальные, кого подобает призывать песнопевцу. День пусть поздно придет, чтоб нас уж не стало, в которую эта святая глава ей покорную землю покинет и отойдет в небеса моленьем внимать издалека. Вот завершился мой труд, и его не Юпитера злоба не уничтожит ни меч, ни огонь, ни алчная старость. Пусть же тот день прилетит, что над плотью одной возымеет власть, для меня завершить неверное течение жизни. Лучшую частью своей вековечен, к светилам высоким я вознесусь, и мое нерушимо останется имя.
всюду меня на земле, где б власть не раскинулась Рима, будут народы читать. И на вечные веки, во славе, ежели только певцов предчувствием верить, пребуду.